На экране монитора в автобусе номер 87 крутится ролик с анонсом программы на «Девятка ТВ» «Главный зам». Пассажиры с интересом следят за изображением. По статистике, каждый второй кировчанин пользуется общественным транспортом. Среднее время в пути составляет 53 минуты. Бывает, и в пробке постоишь. Скоротать время ожидания помогают интересные и полезные ролики. Центр занятости, ведущие предприятия города, малый бизнес размещают актуальные вакансии. Предприниматели демонстрируют свои товары и услуги. Для желающих оставаться в курсе последних происшествий транслируются новости, а также анонсы гастролей. Очень интересно смотреть, некоторая информация может быть незнакомой, и узнаешь что-то новое. Есть викторины, где находится что в России, и информация об афишах, что проходит в Кирове. Ну, некоторые смотрят, где-то, может, и работу увидят, рекламу какую-то полезную. Я видела спортивные новости. Очень хорошая реклама есть, и можно где-то купить юбку или брюки. Может быть, что-то уже сходили и по наводке? Ну, присмотрела. К слову, видеореклама в транспорте – современный и, главное, эффективный способ для поиска клиентов и сотрудников. Ведь это прямой контакт с аудиторией, отметили в рекламном агентстве «Патрон». Сейчас по Кирову курсируют более 160 автобусов с установленными внутри мониторами. Среди популярных маршрутов – единица, двойка, 46-й, 54-й, 87-й и другие. Всего 18 направлений, которые охватывают все районы города, а также пригород.